Всем привет! Пришла мне посылка от подписчицы, такая вот большая, такая вообще такая объемная. А также спасибо тебе, сыночкам твоим спасибо большое. Сейчас посмотрим, что же там такое. Я, честно, не ожидала. Она просто спросила мне адрес. Я так еще так заподозрила, думаю, зачем это адрес, что это такое? Вот, оказывается, она хотела мне подарок прислать. Вот пришла ссылка где-то, наверное, ну, меньше недели. Так, Кися, не надо сейчас слушать. И вот камера у меня стоит низко. Сейчас я попробую подправить. Секундочку. Ой, у нас тут солнце светит. Классно так. Ай, здорово. Солнечный день сегодня. Так, все, будешь стоять. Стоять, попробуем. Стой. Тихо. Так, тихо, стой. Вот. Так вот, наверное, получше будет. Так, сейчас под солнышко сяду. Да, такая вот. Так. Ну что, открываем? Открываем посылку. Оба. С чего начать? Так, где-то я здесь видела. Такая штучка. Вот, сейчас тут я откроем, конечно, без сложностей никак. От какого? 28-го был выпускной у меня, там, где я учусь, я записала об этом видео, но еще не выкладывала, потому что там Маруся, будь добра, по-моему, посиди спокойно 5 минут. Вот, ну пока не выкладывала, потому что... Ух ты, как запечатывают. А, там много всего частей всяких разных. А как я уже говорила, у меня компьютер сейчас не работает. И поэтому я не могу там, допустим, что-то подрезать, что-то убавить там. Поэтому пока не выложил, но думаю над этим, потому что я там так радовалась, я там так кричала, такая, да, такая, пришла домой с этим дипломом, вот. Честно, вот, первый день. Это была радость, это было счастье, радость. Я прям столько там светилась, всю родню там замучила. Так, сейчас мы перевернем как-то. И, то есть, вкусненько как-то так пахнет, так все вкусненько. А потом вот на второй день, когда ты уже немножко осознал, то, что, оба, мешается. Фиговина тут мешается. Тихо-тихо. Сейчас прям. Ребят, извиняюсь. Тут, тут подставочка. Так, может, так, кстати, надо попробовать так. Открываем. Вот посылка. Ну, пока открываю, что, ну, когда ты уже осознал, что все закончилось, ты отучился, ты закончил, допустим, в курсы. А ты учился 4 месяца. И наступает пустота, наверное, неизвестность того, что... А дальше-то что? Потому что... Я у меня открываю посылки. Потому что те, у кого есть данные, куда, ну, на что они учились, их, конечно же, возьмут. А мне, к сожалению, надо очень слишком много работать. Над собой делать много всего, поэтому меня вот так легко хопа и взяли, не возьмут. Поэтому, конечно, мне дали там рекомендации, что ну, отучись, сделай что-то или попробуй сейчас близко к этой профессии, но немножко в другой стезе. Конечно, это здорово, замечательно, я готова попробовать. Вот, но когда твоя мечта вот именно туда сразу
честно, тяжело, ну, пока я тяжело осознаю, что все закончилось, не надо больше ходить, не надо учиться, и видишь, что ты еще с этими людьми, как-то как-то вот прям тоскливо. Ну что, ладно, давайте посмотрим, что же мне пришло от Наташи. Ник у меня Наташа, Наталья. Или Наташа, Наташа. Ну, в общем, Наташа, спасибо большое. Уже спасибо. Сейчас подбираем листочки и смотрим. Так, первое, что я вижу. Ой, блин. Не ожидала. Блин, я не ожидала. Она мне говорила о том, что ее сыновья, к сожалению, блин, вот позор, не помню их имена, по-моему, Саша, вот старший сын, что они мне покидали сердечки. Вот такие вот сердечки покидали. Мальчики, спасибо большое. Блин, forever you. Love forever you. Спасибо. Надеюсь, камера там отображает. Блин, мило так. Мне никогда сердечко вообще не присылали. Даже на 14 февраля никто ничего не присылает, не дарит. Блин, а тут дети, которые меня там как бы даже там лично не знают, только мама их как бы с ними общается. И, блин, и тут дети присылают такую мимишность, такую. Хотя я вроде не романтик, но вот тут это настолько мило, тут блин, так, сердечки, все сюда, они вообще, они всю посылку усыпали сердечками, ребят, вообще здорово, мальчики, тут вот надписи love, а потом forever you. Forever. И киз. Спасибо. Спасибо большое, ребятушки. Приятно вообще, блин, такого еще не было. Муа, спасибо. Так, дальше, блин, я уже просто, блин, уже не могу, я, блин. Так. Ладно. Блин. Наташ, спасибо. Это свеча Валентин. Вот такая вот она. Я честно, у нас часто отключают состав парафин. Я думала, парфюм КНДР. КНР. А, КНР. У нас часто отключают свет. Бывает на 2-3 часа. И у меня все свечки закончились. Именно такие тонкие, ну, такие были у нас. Блин, я всегда хотела вот что-то подобное. У меня сейчас тем более любовь к такому вот почему-то проявилась. Любовь к всяким свечкам, всяким таким штучкам интересным. И просто ты вот просто угадала. Вот такой вот рисуночек здесь. Вообще здорово. Слов нет вообще просто. Вишло. Дальше. Ой, я уже не боюсь дальше смотреть. Уже, блин, так классно. А сердечко там, сердечко. Мальчишки, вы прям, я не знаю, расслабляют кто. Смотрите, какую открыточку они мне положили. Блин. Не подписались, правда? О, пусто. Ну, ребята, спасибо, прям вообще здорово. Обожаю такие вот штучки, такие классненькие. Всегда куда-нибудь стараюсь там повешать на видное место, чтобы, если грустно, смотреть и радоваться, ну, вспоминать эмоции, радоваться. Так, давайте с мелкого начнем. Так, ладно, давайте достанем. Ой, тут сердечки. Наташа говорила, что положит немножко вкусненького. Вот, и она положила куперка печенье с малиной. Вот такая вот она.
Вообще, уже хочу. Уже все, у меня уже слезы. Я буду сейчас тут не с ума сходить. Так, дальше у нас идет. О, конфет. Сколько конфеток. Вот, такой вот. Такие вот конфетки. Тут сразу не вкусные. А, карамель нет. Нет. Это даже не вонючка, не знаю. Ну, я не знаю, что делать с телефоном, который неправильно отображает видео, честно. Так, кто знает, подскажите. Так, состав: сахар, песок, лимонная кисля, патока, крахмальная, тальк, пищевой, гумияр, ядик, мальтодекстрин. Пищевая добавка, ароматизатор, идентичен натуральному. Клубника, вишня, яблоко, арбуз, дыня, банан, апельсин. Вот апельсин, банан, банан, дыня, арбуз. Я всегда хотела, я все еще чай с дыней, с арбузом. Я все надеюсь, что они есть. Вот, ну, просто мне сейчас я в шоке, я все хочу. Ну все, хочу, пойду, пока запишу не видео, ладно, пока не буду искушаться. Хотя я уже искушена. Так, и вот такая вот посылочка. Это Наташа мне говорила, это и мне, и маме, и бабушке, вот всем сразу. Киса, будь добра, помолчи маленько. Так, сейчас на секунду коробку уберу. Ой, тихо. Так, и откроем. Посмотрим, что же там. Из подарка вроде как косметического. Сейчас посмотрим. Все хорошо так упаковано. А я еще тот открыватель посылок. Вообще. Наташа мне вообще сказала, он говорит, я не знаю, ты любишь посылки, и поэтому решила тебе сделать подарок. Да, я люблю посылки, особенно неожиданные. Вот, я просто я не знала, что сказать. Я вот заведу канал, и я встречу настолько хороших людей, настолько отзывчивых, настолько милых. Все вы очень милые, все вы замечательные. Такие. Не обращайте внимания, это у нас киса с ума сходит. Так, вот все, я вот пакетик размотала его. Все тут очень аккуратно упаковано. Очень. Так, первое, что я достаю, это у нас мама. Ну, я зову ее маму. Маруся, мама. Тихо. Так, фиалка и личи. Это лосьон спрей для тела освежающий. Вот такой вот от Эйвона. Ну, здорово, блин. Мне как раз вот то, что нужно. Я надеюсь, там нет. Вот. А то я тут уже видео уже включила. Так, дальше. Мицеллярная вода 3 в 1. Наташа, ты просто, я не знаю, ты экстрасенс, ты кто ты? Ты читаешь мои мысли, ты прислала сейчас то, что мне нужно. Спасибо, вот мне как раз она нужна была. Вот, чтобы тренироваться в макияже. Мне вот нужна такая была водичка. Дальше. Крем защитный, улучшенная формула. Для рук и ногтей облепиховое масло. Так, вот. Ой, не показала же вам воду-то. Вот она. Ну, правда, тут все замотано, но это чистая линия. Вот. Это вот чистая линия. Так, вот он крем. Такой. Название. Так, что-то название разобрать и... Да, бывает у меня. Не могу название разобрать. Ладно, вот потом скажу вам. Вот такой вот крем. Опять же, Наташа, вот ты опять угадала. Крем мне очень нужен, потому что я вот
то царапаюсь, где царапаюсь, об что царапаюсь, я сама не знаю. Но, тем не менее, крем мне очень нужен, и для лица был, потому что у меня очень такое жирное, сухое лицо. Так, еще что-то здесь, еще. Ой, тут целый набор. Тут получается, так, чистая линия, мягкий скраб, сок малины, косточка клюквы, потом мыло Dove. Так, крем-мыло Dove, инжир, лепестки апельсина и Avon Care. Интенсивная помощь, сок, бальзам для ухода за кожей. Кисай! Что такое сейчас вода, болю у тебя? Да, у нас такая процедура. Ну, конечно, прохладной водой я брызгаю на нее, она успокаивается. Пока моется, там успокаивается. Вот такой вот наборчик. Вот. Вот, чистая линия. Вот, да. Вот она. И вот она. Такая вот. Интенсивная помощь бальзам. Вот. Опять все то, что надо, правда, честно, я без какого-то там, сказать, ну вот без всякого этого, мне правда все это было нужно. И просто, Наташ, ты просто угадываешь то, что действительно сейчас очень нужно. Конечно, что-то я подарю бабушке, что-то подарю маме отдам, что они захотят. Вот. Ну, конечно же, что-то, ну, себе тоже оставлю. Я люблю себя. Так, и последнее, что в посылке было. Тут сердечки. Сердечки падают. Вот. Вот такой вот. Ой. Сердечки, сердечки. Тихо стоим. Вот такой вот набор. Это прихватка и такая вот для горячего штучка. Такой вот наборчик. Написано с любовью. А, готовлю с любовью. Вот такой вот классненький, классненький такие, здоровские. Спасибо большое, да, тут тоже надо было покупать, потому что, ну, у нас все заканчивается и быстро рвется. Вот, очень классный такой, мягенький, ой, мягенькая, больше мягенькая. Вот, классно, Наташ, все, там больше ничего нету. Спасибо, 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 спасибо большое, вот. У меня слов нету, я, сказать, когда я включаюсь взрослого человека, у меня обычно мало слов. И у меня эмоции, конечно, переполняют внутри, но мне правда, у меня сейчас нет слов, я рада, я просто, я рада, надеюсь, вы почувствуете это. Спасибо большое! Большое. Наташа, спасибо большое! Мальчики, мальчики, вам вообще большое спасибо! Вот огромное детище такое большое! Вот прям большое спасибо, спасибо! Прям лапочки, спасибо вам большое! Прям обняла бы всех, прям расцеловала. Все. Больше ничего нету. Вот. Только не закрываться. Только вот они сердечки. Вон сколько их. Сердечки. Заканчиваем все на сердечках. Сердечки. Любовь. Любовь стикерца. Ой, она еще там. Еще осталось. Ну вот. Надо будет все переснимать. Снимать мне не хватит. Терпения не хватит. Не держится. Ладно, ребят, все.